Что, девочки, зашла в магазин Вершина, иду с работы, получила посылку подарок и выиграла в конкурсе. Вот она, с Украины. Так, это я купила Брюсу. Чай взяла. Эрл Грей. По-моему, это с бергамотом. Вот. Лесной бальзам. Респирин Дюсин с шалфеем и алоэ вера. Такую шоколадку ни разу не пробовала. Пипец. Написано пористый шоколад с фундуком. Очень хочется попробовать. Так, себе сейчас на чай взяла пиццу. На самом деле это я брала на обед. Работаю рядом с домом, работаю рядом, сейчас рядом с магазином. Я брала на обед, но не съела. И вот водичка. Питьевая вода премиум класса. Это я вот тоже взяла себе попить. Вот. Так, сейчас откроем. Здесь должен быть парфюм. Вот так все, значит, завернуто. На самом деле, здесь как-то так дырка была. Вот это вот не было заклеено. Это просто было вот так завернуто. Вот, упаковано. Такая красивая, не знаю, открыточка или что это. Очень красиво. Очень красиво. Привет. Из Киева. Поздравляю, желаю. Желаю с победой. Удачи всегда и во всем, Сергей. Здорово. Посмотрите, как класс. Очень приятно, спасибо. Очень красиво. Так, это Yves Rocher. То ли туалетная вода, то ли парфюм. Нет, написано парфюм. 50 миллилитров. Вот, 50 миллилитров. Я давно хотела попробовать парфюмы этой фирмы. Я пробовала гели, такие крема, там такие бюджетные, да, такие, хотя там вообще не очень бюджетная компания, но она мне очень нравится. Так что я очень была рада, потому что я очень хочу попробовать парфюмы от Yves Rocher. Так что сейчас мы его откроем, я побрызгаю. Нет, все-таки вот как французы классно делают ароматы. Сразу вот я брызнула и сразу поняла, что это Франция. Очень вкусно. Сейчас спирт уйдет. Очень вкусно. Там, по-моему, есть больше объем. Да, вот этой вот парфюмки. Ну, для первого раза 50 миллилитров это просто замечательно. Ой, вкусный какой. Классный. Спасибо огромное. Очень приятно. Вот. Ну да, такой классный. Спасибо огромное. Ссылочку на канал парня я оставлю. Зовут Сергей. Ну, вообще-то многие на него подписаны. Я в любом случае оставлю, потому что спасибо за такой подарок. О, какой вкусный парфюм. Класс. Тут не написано, видите, я тут на французском. Роза что-то, Дамасена. А, на русском нету. Ну, в общем-то, на сайте у них оставила курочку только-только. Конечно, все расписано. Поставила. Это домашняя курочка. Нам привезли ее родители с Карачаева-Черкесии, где-то они покупали. Мимо какого-то, видимо, села проезжали. Ездили они в Домбай. И вот, купили. Сейчас к нам гости должны прийти. У меня ни майонеза, сметана пропала, ничего нету, ни приправ, ничего нет. Я вот яблоко засунула с мандарином вовнутрь. Вообще, ну, так, стандартная такая будет. Плюс там паприка, орегано, базилик у меня был. Соль. Не стала соевым соусом поливать. Вот. Салат сделала. Вот, сделала винегрет. Все видно в холодильнике. Так что будем встречать гостей. Спрашивали у меня по поводу вот этой, как сказать, то, что здесь дырка, да, нету, в общем, окантовки, палки, как ее там назвать. Ну, в общем, да, если бы вы не спросили, мы, если честно, уже забыли даже, что ее тут нету. Я вот вспомнила, да, нужно заказывать, конечно. Нужно заказывать. Все, будем. Ну, а что, быстро-быстро курицу легче всего, как бы, поставить. Че, вот зато все наедятся мясо, как-никак. Ой. Ну как, в смысле, необычно, в смысле, не успеваю я, вот когда бывает, вот бывает, когда работаю, не успеваю. Ну вот, все убрать. Я не знаю, у кого как, но вот это просто что-то с чем-то. Вот
Все накладывается, накладывается. Муж берет постоянно новую кружку. Они пользуются, да, одной. Постоянно новую, все, новые тарелки, все это наставляется. Вот семечки нагрызли, друзья, приходили, вчера сидели. Видео смотрели. Они ездили в Париж, по-моему. Не по-моему, в смысле, а да, в Франции. Показывали Эйфелеву башню. Тоже очень хочу ее посмотреть. Вообще очень люблю французский язык. Господи-то, что тут было? Вот так вот. У меня частенько бывает. Я не успеваю, потому что рано утром на работу. Вот сейчас пришла, надо убираться, готовить, кушать. Вот такой срачельник. Помыла зеркало. Вот, обычно у меня спрашивают, конечно, много про такие видео. Ну, мне они сама тоже, в принципе, импонируют. Обычно, когда я убираюсь, это когда уборка, это готовка, это, смотри, что происходит здесь. Что ты творишь? Куда ты пошел? Можно узнать, куда ты намылился? Далеко ли, а? Брюс? Как же так? Так, ничего не устанавливала. Обычно, когда я что-нибудь делаю, а сильная, мощная, я называю мощная, уборка, потому что сейчас будет стирка, все-все-все, ну, вечер, знаете, как говорят, у вас тоже это выходное считается, это когда вы убираетесь в доме, делаете генеральную уборку. Да, у женщин, наверное, так. В общем, и вот в этот момент я обычно делаю маски на волосы, но сегодня делать я не буду, так как недавно я делала. Вот просто я сейчас нанесу крем. Вот на шее мне вот этот крем очень нравится. Как его так показать там? Вот. Вот так будет лучше. Вот этот крем от чистой линии. Видите, у нас такие пятна вот остались. Они как внутри, что ли. Я не знаю, я их отмыть не могу. Они как внутри зеркала, блин. Вот портится. Портится, портится. Умный крем. Пробовала брать его, брала на лицо, покупала, но на лицо мне не понравилось, очень жирновато, еле впитывается, и я его на шею опустила, но здесь вот и написано на шее, можно, на шее очень классно. Потом под глаза, ну, вот этот нанесу, наверное. Потом все вот это заканчивается, все это уже в пустые баночки отправляется, тоже для зоны декольте и для шеи от Avon. И вот на лицо, наверное, вот этот нанесу крем. Можно, конечно, нанести и масло. Алоэ вера, с которой я привезла с Египта, девочки. Но оно мне не понравилось. Вот. Либо вот этот крем нанести. Куда? Куда ты пошел? Брюс? Эй! Ну вот, но он, конечно, вообще не для этих дел. Раковину тоже сейчас все мыть надо. Любопытный, вот любопытный, а? Животное. Но он не для этих дел, то есть он вот, если у вас сухость, да, или какое-то покраснение появилось, вот для этих дел. И вот я вот прихожу и думаю, либо от прыщей нанести, от прыщей начну сейчас сжечь. В общем, девочки, сейчас я буду мазать. Вот на правом глазе, как ему так взять, наверное, не видно. На правом глазе у меня здесь уже посветлело, здесь на самом деле полосочка татуажа, вот здесь вот потемнее. Вот если вы видите, вот оно темнее, это татуаж. Кстати, здесь очень больно делать, поэтому вот здесь мы не сделали, я отказалась до конца. Но она, в общем-то, и не советовала мастер татуажа. Она нам мне не посоветовала, говорит, у тебя сузятся глаза. И вообще, говорит, не советовала бы вообще нижнюю трогать. Но я на тот момент очень хотела, чтобы меньше краситься. Вот у меня мешки под глазами жестко. И все-таки я ее уговорила. И, в общем, вот отсюда мы сделали ночную половину. Вот здесь уже бледнее вот эта полоска. Гораздо бледнее видно, нет? Вот это поярче будет.
И сверху тоже до татуаж. Был татуаж у меня бровей, но он очень быстро сошел. Не успела оглянуться. Мои дорогие, ладно, я крема. На лицо что мазала, уже все смыла, прибралась и пошла, сбегла в магазин. Ну, вообще быстро-быстро, толком практически ничего не держала на лице, потому что кушать как-то ничего практически нет. Взяла тут какой-то Greenpeace, короче, консервированный, он такой 30 рублей вот это, 400 грамм. Я взяла две штуки, еле доперла. Сколько раз говорила, тяжести носить не буду. Так, тут картошка и вот огурцы. Я тут решила какой-нибудь салат сделать. Вот, огурцы, большая здоровая банка. Тут картофель. Тоже варить его сейчас. Это колбасный магазин. Колбасный магазин я взяла колбасу. Там выбора практически не было. Пустые прилавки были. А на завтрак срочно надо. Колбаса вареная, мортадела. Никогда не брали, не знаю. И тут у меня эти пирожки с вишней. Пирожки с вишней. Это колбаску я взяла. Так, вершина. Продолжение вот этого. Вот это вершина. Это хлеб. Это яйца тоже варить на салат. Сейчас себе на чай взяла. Кот лезет. На чай взяла себе, как он, в общем, здесь яйцо с чем-то. Так. Еще я брала себе сосиску в тесте. Куда наделась? Вот сосиска в тесте. Обожаю сосиски в тесте. Вот, а мне-то на чай сейчас майонез на два на салат. И, так, яйцо я говорила, да? И вареники делают сами, вершина делает сама. Это я взяла с картофелем и с сыром. Вот, вообще дороговатые они делают. Вот. Здесь я что только и накидала. Лук, здесь у меня сосиски, крабовые палочки, яблоко. Вот, я тут химичу, короче, не знаешь. Когда... Не знаешь уже, не знаю уже, не знаю, что делать, блин. Еще сейчас буду готовить, но скоро муж уже придет. Картошка, а я здесь я варю вареники. Кипить надо уменьшать, мне не нравится это. Так, поставила эти пирожки. Так, у нас что тут? Нарезала тоже фасоль, огурец. Огурцы какие-то проблематичные, гнилые, мягкие. Ну, в общем, вот так вот, как всегда. Так, брюс. Лук. Подбалуется. Заливной. Это яйца с луком зеленым, залитое тестом. Вот, стоит режим выпечка. Так что, если интересный рецепт, можно как-нибудь заснять, показать. Так, размораживается. Так, это сейчас капусту. Нам надо солить капусту. Вот.